Еще раз привет. А на второй макарон с котлеткой салатиком. И салатиком из овощей. Макарошки не соленые. Я посолю. Полей, пожалуйста. Сегодня народу поменьше. Просто еще не пришли рано ночью. Мы самые голодные оказались. Ну, на завтрак было много народу. Но мне не соленый. Я солила. Я котлет тоже. Ага. Вот. Надо ехать булку какую-нибудь купить. А, ну колбасу у нас наелась. А, ты же отрезал? А, можно? Ладно. Мои любименькие колбаски дайте. Абрикосов надо. Купить. Ой. Наелась? Салат бы для меня был лишним. Так что практически доели. Всех обняла. Пока-пока. Шмоки, шмоки, ваша Наташа.